Эти певцы не нуждаются в инструментальном сопровождении. Камерный хор «Voix de Stras» – «Страсбургские голоса» – поет в стиле акапелла. Они в России впервые и выступают в тронном зале Екатерининского дворца в Царском селе. Я знаю, что здесь люди – меломаны с большой культурой, и я была уверена, что музыка дойдет до их сердец. Артисты исполняют произведения французских авторов 15 и 20 веков. По словам дирижера, такой стиль исполнения нелегок. Голоса для своего хора она подбирала несколько лет. Такие голоса, которые значительны каждый сам по себе, и при этом они должны звучать вместе. Один из лучших коллективов, хор Страсбурга, представляет программу «Нежная Франция». В нее входят и классика, и шутливые современные композиции. Очень красиво, особенно в интерьере этого дворца, этого зала. Это, в общем, какой-то маленький театр. В этом нарядном зале площадью более 800 квадратных метров великолепная акустика. И сюрприз для зрителей – вечерний звон звучит здесь как настоящий. Конечно же, есть в зале люди, которые, может быть, и я не имею права, не понимают много в современной музыке. Но то, что выдержит концерт, послушать современную французскую музыку – это уже большое дело. Артисты закрывают год Франции в России в рамках фестиваля «Все флаги». В свое турне они включили не только такие города, как Санкт-Петербург и Москва, где бывают многие знаменитости, но также Великий Новгород и Вологду. В планах еще и поездка в Сибирь. NTD, Санкт-Петербург, Россия.